спортивном зале «Олимп» состоялся фестиваль под названием «Волейбол», на всю жизнь посвященный человеку, для которого этот вид спорта действительно был смыслом жизни – Ларисы Риве. Ее уход из жизни в мае прошлого года отозвался болью в сердцах всех окружающих ее людей. Поэтому сейчас, несмотря на то, что каждому было тяжело, коллеги и воспитанники все же решили провести соревнования накануне ее дня рождения. Альмира Галима пообщалась с коллегами и воспитанниками Ларисы Романовны. Заместитель директора школы «Юность», профессиональная спортсменка и, что особенно важно, тренер, которая воспитала много хороших спортсменов, которые полюбили волейбол, как и она, всей душой. Вспоминая Ларису Риве, на открытии фестиваля ведущие произносили речь с дрожью в голосе, а участники даже со своими сильными волевыми характерами и спортивным духом не могли сдержать слез. Наш добрый друг, уважаемый Лариса Романовна, всю свою жизнь посвятила волейболу, посвятила таким, как вы. Всю свою жизнь посвятила развитию волейбола в городе Лабытнанья. Этим фестивалем мы подчеркиваем, что мы ее будем помнить всегда. Тяжело. Но я думаю, что вы своей игрой покажете, что Лариса Романовна всю свою жизнь не зря работала на благо волейбола. Поздравляю вас с открытием этого фестиваля. Этих надежд не могли не оправдать спортсменки из детско-юношеской спортивной школы «Юность». Для этих девочек Лариса Романовна – первый тренер. Именно она привила им любовь к этому виду спорта. Лариса Романовна была нашим первым тренером по волейболу. Она нам многое дала, она была нам как мама. Она нас тренировала 5 лет. Она нам на самом деле подарила жизнь и вот какое-то что-то новое. Волейбол для нас был просто как другая планета. Я не знаю, как это объяснить, но она нам дала самые эти азы. Она старалась и делала все для нас. Нам очень жаль, что ее сейчас с нами нету, потому что, несмотря на то, что у нас сейчас новый тренер, все равно это обида и боль, она всегда будет с нами. Изменилось многое, мы стали серьезнее, мы повзрослели, и в душе перевернулось все. Мы смотрим на волейбол по-другому, не как раньше. Для коллег она была хорошим другом. Многие из них по-прежнему не могут говорить о ней в прошедшем времени. 2 года назад я приехал в этот город уже работать. И человек, который меня встретил здесь, это была Лариса Романовна, которая ввела в курс, помогла адаптироваться, подсказала. Это был замечательный человек. Та теплота, та радость, того дела, которое она делает, всегда завораживала. Фестиваль этот планировался как праздник, ведь для Ларисы Романовны волейбол всегда был именно таковым. Игры ее воспитанниц всегда были яркими и запоминающимися. Сегодня детско-юношескую спортивную школу «Юность» представили 3 команды – «Надежда», «Фортуна» и «Виктория». Все они сыграли достойно, заняли только 1-е и 2-е места в своих возрастных группах. Также в младшей подгруппе победителем стала команда школы №3. Волейболистки из Воркуты и станции Обской заняли 3-е места. Альмира Галимова, Кирилл Сементеев, программа «Время местное».